Парад команд, а после поднятия флага под звуки гимна Приднестровской Молдавской Республики. Открытие турнира прошло с особой торжественностью. Я приветствую на нашей земле. Я желаю вам больших достижений, новых побед, хорошего летнего отдыха. И пусть этот турнир станет окном в большой спорт. Инициатор турнира – руководство Каменской специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва. А его проведение стало возможным благодаря активной поддержке госадминистрации района, а также многочисленных спонсоров. Данный турнир мы посвятили нашему каменчанину Николаю Островарю, который был футболистом в свое время и судьей. Надеюсь на то, что данный турнир повысит уровень развития футбола и интерес занятиям данным видом. Поможет подружиться ребятам с других, с разных городов. Игры проходили в двух подгруппах по круговой системе, а победителей выявляли в стыковых матчах. Почти в каждой игре огромный накал страстей. Каждая команда делала все, чтобы победить. Мне понравилось, как мы сыграли первую игру. Мы выиграли бельцы 6-0. Мы с ними познакомились, приобрели новых друзей, познакомились с ребятами из Гагаузии. Такие турниры нужны, во-первых, это детям, потому что, как сказать, нужны спарринг-партнеры. Мы сами организовываем и рады, когда нас приглашают. Хозяева подготовились хорошо, серьезно. Я смотрю, уровень хороший у команд. Лучше наши ребята приехали набираться опыта. И, конечно, впечатления у Каменки, у ваших местах тут прекрасные, зелень, горы. По итогам соревнований лучшими стали хозяева турнира. Второе место у молдавской команды из Слорешт. Бронза за футболистами из Рыбницы. Александр Кожухарь и Верика Шпак. Первый Приднестровский телеканал.